В ноябрьске открыли эколабораторию. Пространство находится в ровеснике на Мира 84А. Здесь школьники, студенты и добровольцы города смогут заниматься собственными проектами в сфере сохранения окружающей среды. В свободном доступе оборудование для измерения качества воды, анализаторы почвы и различные тестеры. По задумке организаторов, в эколабораторию будут приглашать и российских экспертов. Направлены на популяризацию экологического просвещения школьников, студентов и активных жителей городов. Пилотными городами стали Ноябрьск и Воронеж. И ключевым, самым значимым моментом проекта является открытие коворкинг-центра, где молодежь сможет проявлять свою гражданскую позицию, да, в сфере экологии и реализовывать свои проекты. Лабораторию открыли во время большого экофорума, который прошел во Дворце молодежи. Своими исследованиями поделились в том числе представители Центра изучения Арктики из Надыма и организации «Зеленая Арктика». Вместе участники обсудили проблемы экологии в регионе и стране, а также презентовали проекты, которые помогут эти проблемы решить. Нам нужно менять срочно свое сознание и свои подходы к экологии, потому что в первую очередь экология начинается внутри человека. И вот то сознание, о котором мы сейчас с вами говорим, его нужно прививать нашим детям, об этом рассказывать через призму разных проектов, разных направлений. Я думаю, что это, наверное, основа, с чем нужно работать и о чем нужно говорить.